Мы просим у вас прощения за столь долгую и неуместную рекламу, потому что сейчас уже на льду Кристофер Бенсон, прошла минута его произвольной программы, программы в стиле диско. Он оставил прошлогоднюю музыку. Пока что все нормально, за исключением того, что в первом каскаде он исполнил только первый прыжок, только тройной аксель, второй тулуп он не стал делать, и в каскаде из трех прыжков исполнил только два. Двойной аксель. И была помарка у него на Ридбергере на приземлении, но, по-моему, рукой он не коснулся. Да, весь зал от начала программы вот по сегодняшний момент, а откатал он уже минута 37 секунд, аплодирует, поддерживает своего спортсмена. Да, в зале творится что-то невозразимое. Невообразимое, да, извините. Да, и вот сейчас... Первым катался Шультхайс, и первым катается Кристофер Бенсон. После короткой программы Бенсон занимал 10-ю строчку, он опережал нашего Сергея Воронова. Без малого на 4 балла, но, напоминаю, дорогие друзья, Сергей Воронов откатался просто шикарно. 77,17 за технику, общая сумма 144,67. Сейчас все на нее ориентируются. Флип, валяет лук, каскад, но с касанием рукой, к сожалению, коснулся рукой, да, шведский фигурист. Самая заводная часть его произвольной программы. Ох, салька в падении. Жалко, досадно. Танцор диска Кристофер Бенсон. Да, все-таки родные стены, мне кажется, больше мешают, чем помогают, особенно здесь, в Гетеборге. Сумасшедшая поддержка шведских болельщиков. Помешала она Виктории Хельгессон. И вот это давление и первый стартовый номер, конечно же, не помогли Кристоферу Бенсону, а наоборот, да, добавили ему нервного напряжения. Допустив одну ошибку, он продолжал допускать ошибки. Конечно, здесь бы залу немножко сдержать свои эмоции, подождать. Они его гонят, возбуждает. И он, можно сказать, гонялся за прыжками. И, конечно, не смог показать все на то, что он способен. А способен он намного, очень способный, технически подготовленный. А вот в проходе его товарищ по команде, кстати, наблюдал за его выступлением очень внимательно. Адриан Шультхайс, да. Вот стоит он в проходе, сейчас разговаривает, у него берут интервью, шведское телевидение, думаю. Ну а Кристофер Бенсон подходит подъезжать к своему тренеру, к Андрею Догане. И повторы его композиции. Тройной аксель.
Касание рукой. Выезд, касание рукой, конечно, это явная ошибка. В этом году в Загребе на чемпионате Европы он был 7-м. Это его наивысшее достижение. Год назад в Токио был 9-м. Но сейчас смотрим, там вот сейчас, конечно, для нас очень важные оценки. Я думаю, у Сергея Воронова после блестящего проката есть шанс. Я думаю, что у Сергея будет больше оценки, конечно, намного мы больше. Мы на это надеемся. Вот сейчас я смотрю, как судьи, как технические специалисты оценили элементы Воронова. За дорожку шагов по кругу только второй уровень. За вращение в либеле третий. И за дорожку шагов по прямой второй уровень они ему поставили. А в остальном, конечно, везде плюсы, 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 потому что блестяще он исполнил прыжковые элементы, каскады все. За четверной тулуп он получил плюс 1 балл к базовой стоимости в 9 баллов. В общем, классное выступление Воронова. Единственное, конечно, могут по компонентам приподнять Бертсона, потому что все-таки он выступает у себя на родине. Да, на каждой улице здесь его фотографии. Он на всех официальных плакатах чемпионата мира. Кристофер Бернсон, 25-летний фигурист. Да, по технике он проигрывает очень много, причем не только Воронову, он проигрывает и Эбботу, и Шультхайсу, своему соотечественнику, и даже Орбашу. По компонентам, ну, балл за падение сняли, по компонентам 4.02, компоненты неплохие. Пятый он пока, да. Ну и четвертый по общей сумме. Четвертый по общей сумме и пятый после произвольной программы. Обидно. Очень обидно. И расстроился, конечно, Кристофер Бернсон.